О чем фильм? О молодых героях. Они еще совсем дети и могут заниматься веселым бездельем и прожигать жизнь. Сейчас они этого не осознают. Пока. Сейчас это еще в порядке вещей. А еще они тусовка велорайдеров. Они в ней и рядом с ней. Им нравится ощущение полета, экстрим и преодоление своих возможностей. Каждый трюк может закончиться травмой, но их это не останавливает. У них есть свой уголок свободы, в котором они могут быть собой, рядом со своими друзьями. Вместе, что бы ни случилось, решать проблемы и радоваться успеху. Это место называется парк. А еще, возможно, кто-то из вас узнает здесь себя. Ведь этот фильм о простых ребятах, которых вы можете встретить в своем дворе. Возможно, вы – это они.